Всем привет, с вами Ворм, это игра The Elder Scrolls 5 Skyrim. Мы продолжаем ее проходить. Мы остановились на том, что наконец-то вернулись из пещер, которые нас отправили... Зачем я закрыл дверь? Который нас отправил данный торговец за золотым когтем, который является типа его наследием от родственников. Здесь у нас сидит очень недружелюбная женщина. О, теперь ты на меня смотришь, да? То есть до этого ты... Что быть у тебя? Скорее скажи об этом Лукану! Торопись! Тебя только коготь заботит, да? Поскорее расскажи Лукану, что коготь у тебя. Он будет так рад. Насколько я знаю, это твой брат, да? То есть тебя заботит только свой брат в первую очередь. То есть это может быть там инцест, да? Я угадал, что ли? Что? Ладно, покажи, ладно. Покажи ворюгам, что бывает с теми, кто крадет у Лукана Валерия. Ну, чем показал. Чем скорее ты найдешь коготь, тем быстрее наша жизнь вернется в... Да на. Он у тебя? Ха-ха-ха! Вот он! Странно. По-моему, раньше он был больше. Забавно, правда? Нет. Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре... Деньги давай. Спасибо тебе большое за то, что позаботился об этих ворах. Ривервудский торговец снова стал таким же, как был. За спасибо сыт не будешь, деньги давай. Ты, погоди, ты мне дал деньги? Ты обещал мне денег. В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Ты что-то делал с этим когтем? Почему у тебя голос изменился? Ай, ладно, давай я тебе продам. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня... Это сокровище. Да. Так, я хочу тебя загнать. В общем, держи, смотри, лук офигенный, зеленый такой, мощный, большой. С ним ходила нежить, дороги древние, которые умеют говорить на драконьем языке, но тебя это не заботит, бери. Сколько дашь? 14 золотых за древний лук. Хорошо. Урод. Так, вот топор, смотри, он мне не нужен, бери, забирай. Кинжал, тоже такой слейбенький, бери. Меч, имперский меч, заметь, имперский. Так. А почему мне надо такой... Ну, забери, короче. Ты. Два лука у меня еще есть, видал? Сколько у тебя голды осталось? 717. Так, вот смотри, вот офигенная вообще одежда. То есть в ней ходят все пленники имперцев. То есть если захочешь замаскироваться под пленника, можешь ее использовать. Тогда он бесплатно. Убирай. Фиг с тобой. Так, ожерелье бери... Имперские наручи, имперский шлем. Капюшон мага новичка увеличит мага на 30 единиц. Я пока оставлю у себя. Если тебе не нравится имперцы, можешь замаскироваться под братьев Бурю. Вот, пожалуйста, бери данный доспех. Кожаная броня. Да, тоже забирай. Я ее крафтил очень сам, самостоятельно, своими руками сделал данную броню. Забирай. А, это тоже под братьев Бур, можешь забрать, пожалуйста, на здоровье. Это мне не надо. Это забирай. И это тоже ты можешь забрать. Хорошо. Так, теперь у нас более-менее деньги есть, как я понимаю. Так, и вот это тоже... Блин, зачем я продал дневник Арвела? Нужен мне обратно или не нужен? Да нафига. То есть я думал сохранить такие квесты и всякие вещи, но раз они имеют вес, то лучше не хранить. Что у тебя есть по магии? Оживление зомби, это некромантия. Обморожение малый оберег. Увеличит класс брони на 50, на 40. Нейтрализует до 40 урона от заклинания эффекта. Так, ну это в принципе восстановление, как я понимаю, да? Ну я просто не знаю, что эти школы еще означают. Пока. Это, видимо, огонь. Нет, это обморожение. Это оживление. Ярость. Ладно, давайте возьмем малый оберег. Думаю, это то, что мне нужно. Пока. Ладно. Угу. С тобой рядом всегда веселее. А теперь ты так заговорила, да? То есть сначала на меня внимания не обращала, такая ушла, такая, значит, отсюда из... Неприятно, но выглядишь ты как-то не ахти. Пошла ты. Сучка. Так.
Я хочу улучшить. Вот это? А, это вообще легкая броня, даже не средняя. Окей. Улучшаем. Да, я хочу улучшить там, например. И сапоги тоже хочу улучшить, потому что они теплые, мне нравится, как они выглядят в данный момент. Окей. Кожа у меня есть. Одна кожа у меня есть. Окей. Я могу еще улучшить? Да, наруч могу улучшить. Улучшаем. Да. Ага. Кузнеца нету. Алвора, по-моему, его зовут, да? Алвор. Так, что я не могу сделать? Ой, стой, не ту кнопку нажал. Блин. Вернись, вернись. Это же так могло. Ага, строительный материал. Это, я так понимаю, для DLC, где там свой дом есть, да? Не знаю, буду я вообще этим заниматься, не буду. Шлем, тяжелая броня. Это DLC, скорее всего, я не в курсе, просто я особо... Ой, консервы. Я особо за этим за всем не следил. То есть мне, в принципе, TES, вся серия TES, она мне очень нравится. Но я никогда не покупал полностью. Привет. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь и с миром, я выкую это. Спасибо, но нет. Так. Я хочу зайти к этим в дом. Там чуть-чуть, типа, поспать, поесть. Эй, здорово. Эй. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Вообще, раньше, когда я только начинал с Карим, пытался там что-то отыгрывать, я реально рубил ему дрова. Получал за это какие-то голдики мелкие, но, знаешь, это невыгодно. То есть вообще... Гораздо выгоднее сходить в какую-нибудь древнюю гробницу, там, натырить всякого металла, плавить, да. И это, как его... И продать, да. Так. Мониторов не завезли еще, да? Ну да ладно. Так, ладно. Значит, я хотел, во-первых, пожрать. То есть хлеба захавали. А пить есть что? О, венца сейчас башню. Ты. А то я же хотел зелье попробовать. Так. Вышло на возглавление малый оберег. Так. Это восстановление. Да, это все-таки восстановление. Добавим туда тоже. А, это походу то, что кастовал тот этот некромант. Атаксия? Что такое атаксия? Типа трясутся руки, это из-за вина, да? Окей. Так. Так, значит, разрушение, это был тот значок, который похож на огонь. Изменение, это где, типа, дерево мужик. Ну, окей, ладно, так. И теперь я хочу сначала сохраниться, на всякий случай. И, собственно, начать долгий процесс изучения древа навыков. Повышение уровня. При переходе на новый уровень вы на выбор увеличиваете свое здоровье, магию или запас сил. Также вы получаете одну очко способности, которую можете потратить немедленно или отложить на потом. Доступные способности в каждом созвездии выделены белым цветом. Тап выйти. Улучшать буду запас сил, потому что в принципе по ХП я особо не проседаю. Если что, я могу восстановить с помощью магии, по магии я тоже не проседаю. А вот запас сил довольно часто кончается, поэтому сейчас приоритет на него ставлю. Окей. Еще даже уровень увеличил, еще запас сил. Еще уровень увеличил, еще запас сил. Я 4 уровня прокачал, серьезно? А, вот значок колдовство, это значит было. А, вот это иллюзия. Это уже у нас другое. Не-не-не. Нет, да что ж ты. Да как? Я не ту кнопку, да погоди. Так, все, успокоились, нормально. А, на стрелочке ты не работаешь, как ночью. Так, это было разрушение, вот это птичка восстановления. И изменение, это дерево, человек. Разочарование, это не магия уже. Так, окей. Восстановление.
Зиндрозан, Довакин, Факин, Коган Мудра. Я! Туте! Давай парочку поставим тогда на будущее, там посмотрим уже, как что будет. Так. Ладно, возможно, я саму прокачку перемотаю, потому что это заняло довольно долгое время. Вот, и не особо интересно это было. А может быть, я оставлю, фиг его знает, посмотрим. Ух, какой бугл. Так, окей, мы переночевали, со всеми там попрощались, пока там Ралов и так далее. Всем остальным. Так, и пойдем мы теперь... Блин, на тап-тарт карту пытался кликнуть. Нет, убери, убери мне. Убери маркер. Удалить. Вот. И теперь мы идем в White Run. Окей, пойдем. Так, окей. Значит, что будет происходить далее? Будем дальше отыгрывать, будем постепенно изучать, что тут происходит. Видим кролика, который пробегает. Что такое? Так, нам нужно White Run. Байтран у нас где? Байтран туда. То есть, ну туда так мне. Что за звук? Почему в дереве такой звук стоит? Из него торчит крыло. Эй! Ты кто? Летел себе, летел, да, и вдруг застрял в дереве. Вас сколько? Чего? Ну, не буду вам мешать, в общем. Окей. Так, на чем я остановился? Идем мы в White Run. Посмотрим, что у нас там дальше будет с сюжетом происходить. Насколько я помню, там он даст квест на убийство первого нашего дракона. Он утонуть собрался? Я настолько страшно, что даже лоси пытаются утонуть от моего внешнего вида. Вы чё? Ладно та баба истеричка-то, но олень. Олень-то куда? Или лось? Ах ты ж сучка. Там кроль бегает, а ты на меня... Угу. Так, думаю, я всё-таки сделаю вот так. Потому что, ну, это не дело, то, что сейчас было. То есть это слишком просто. Я люблю все-таки игры посложнее. И хоть это, в принципе, в реализм играем, но все-таки нужен какой-то... Какая-то опасность нужна, какая-то сложность там всякая. Окей, идем дальше тогда. Вот, собственно, сам White Run. Так, а там какие-то типы стоят. Что там за сборище-то? Эй, пипл, чё стоим? Ребят, вы позируете? Что? Привет. Государственное дело. Иди своей дорогой. Ты их фоткал, да? Типа они такие модные стоят на фоне там этого города, да? Типа такие вот мы тут два солдата держим.
мужика. Эй. В смысле, собой пилится? Чё? Нет. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Чё это было? Чё вы бежите? Куда? Чё происходит вообще? Может освободить? Ещё вас казнить? Нет, я пока в конфликты не вмешиваюсь. Я не знаю, что вообще происходит. Меня хотели казнить, да, мне это не нравится, но я не вижу причины в этом убивать этих трех солдат, о которых я не имею ни малейшего представления. Блин, медвежье логово, типа, да, пещера какая-то. Вот я вот думаю, частично забить на сюжет и отыгрывать именно сюжет, когда я иду именно по сюжету. Основное время еще бегать по этим местам скрытым. Это волк или кошка, я не помню. Пойдем проверим. Собака, да, просто? Нет, не просто собака. Я же увеличил сложность, почему ты умер опять с двух ударов? Ладно, раз уж мы тут оказались, пойдемте в пещеру пройдем, если мы туда дойдем как-нибудь. Вот так, оп, оп. Предчувствие Давакина у нас пошло. Мы чувствуем, что здесь рядом есть какая-то пещера. Могли пойти по дороге, но не пошли. А, не-не-не-не-не-не. Ребят, я просто рядом проходил. Ай, блин, они же, по-моему, по квесту будут потом. Типа, рядом разбойники, да? Ты чё? Прямо блошиный укус. Ну, как скажешь. Блошиный укус. Дебил. Записка для Рудольфа. Потом почитаем. У нас сейчас другие дела есть. Мимо. Опачки. Не поджёгся, да? Минус. Вот шкуры висят. Вот забери шкуру, потом скрафтишь из него какой-нибудь доспех. Нет? Не забирает. Аметист, золото, яблоко поедим. Так, это неинтересно. Это я свое забираю. Это я твое забираю. Так, что там за письмо? Записка для Рудольфа. А, Родульф, твои выходки меня надоели. Мой дядя, конечно, коллега, но я, раз я его поставил на стражу, ты будешь его уважать. Хватит этих тайных вылазок, хватит соваться в его книгу и убивать стул в гвозди. В стул гвозди. Еще одна такая шуточка, и посмотрим, как тебе понравится денек в запертой клетке Хайвар. Я так понимаю, нужно будет найти какой-нибудь Хайвара, который это писал. Что там? Что там было? Там про Рудольф? Нет, Ралф. Окей. Погоди, сестра. Ага, все. Что тут у вас есть еще? У вас есть помидоры, мать их? Яблоки. Капуста. Картошка. Где, ваша мать, все помидоры? Я хочу сварить себе суп. Для этого мне нужен помидор. Помидоры где нет? О, целых 63 голды спрятали. Вот реально, еще ни одного помидора не видел за всю. Ну, что, тогда пойдем к черту посмотрим. Мешок. Соль. Большой мешок. Ничего, соль заберем. Ладно. Годится. Так, ладно, мы зашли какую-то пещеру, потому что нас напали разбойники. Мы просто мимо проходили, вынюхивали своим давакинским нюхом какие-то места. Значит, пройдем эту пещеру, потом продолжим путь в Вайтран. Пока нас этот дядька не видит. Убьем мы его в следующей серии уже, если это злодей. Если не злодей, тогда с ним пообщаемся. Всем спасибо, кто смотрел данное видео. Если вам нравится, ставьте лайки. Оно получилось не таким масштабным, потому что мы долго прокачивались, но все же. В общем, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите дальше. Всем спасибо, всем пока.